Музей Гомельского палацово-паркового ансамбля сегодня отмечает 100-годовый юбилей. И он был открыт для наведывальника 7 листопада 1919 года. С историей и сучасностью установы ознакомились наши корреспонденты. До своего 100-годового юбилея музей подошел у выдатной форме. Сегодня он уходит у топ-5 белорусских музейных установ. Штогод его наведывают больше как 300 тысяч человек, а у фондах заховывается свыше 250 тысяч экспонатов. Обраша захования и демонстрации раритетов, супрацовники музея так само занимаются активной науковой деятельностью. Третий год самостоятельно работает наша археологическая экспедиция, которая занимается изучением комплекса памятников у деревни Мухов Лоевского района и ряда других памятников, там кургане Жлобинского района. То есть это тоже очень интересное направление научно-исследовательской работы. Место, где зараз находится палацово-парковый ансамбль, корысталось популярностью и еще у старожитных гомельшан. С 10 до 13 стагодия тут находился умацаванный дядинец, потом до 18 стагодия замок. У эпоху классицизму Гомель належал буйнейшим представникам дворянства Российской империи, якія володели великими финансовыми махчимостями. Это дозволило узвести побудовы самого высокого мастацкого узроўню. Той час увогуле характеризуется значными экономичными досягнениями. Цукровый завод у Гомеле и паперовая фабрика у Добруши были сучасными предприемствами с найновшими технологиями. Мало кто, наверное, знает, что именно Гомельское имение обзавелось первой в Беларуси телефонной сетью. Впервые телефон был продемонстрирован в Соединенных Штатах Америки на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году, а уже в 1882 году Гомельское имение имело свою, ну да, не общественную, а частную, но телефонную сеть. Юбилей установы у музея Гомельского палацово-паркового ансамбля отзначили проведением международной конференции. По великим рахунку, это еще одна махчимость ознакомиться с науковыми доследованиями, проведенными у Беларуси и России. Хоть по словах самих удельников конференции, у проведения таких мероприемств есть и еще один плюс – установление деловых контактов. Международное супрацовничество – сярод приоритета у палацово-паркового ансамбля. Буквально недавно мы подписали договор о сотрудничестве с музеем-заповедником «Ленинские горки». Это Московская область. Также наш партнер такой яркий, знаковый – это музей «Эрмитаж». В следующем году у нас будет новая выставка, на которую мы также приглашаем. Международным сотрудничеством является и участие наших научных сотрудников в различных конференциях научно-практических, в которых они выступают. У истории музея были моменты, когда он мог назавсюду спынить основание. И еще до официального открытия. У соковику 1919 года будинок мощно потерпел подчас Строкопытовского мятежу. А значную участку каштовностей вывезли у Москву. Праз два года палац вырашили передать городскому институту сельской господарки. Але потом это решение отменили. У 1937 музей закрыли знов. Тогда установе допомог народный комиссар обороны Советского Союза Ворошилов, який находился у Гомеле на вучениях. Подчас Великой Айчинной палац настолько мощно разбурили, что для его обновления спотребилось амаль 20 годов. А проща того была страчена значная частка каштовных экспонатов. Бадай самую опошнюю кропку у спрэшках на конт необходности існавання такого музея поставили только у 2007-м. Коли постановы Совета министров Беларуси музею Гомельского палацово-паркового ансамбля присвоены статус высшей историко-культурной каштовности, как уникальному помнику международной значности. Я думаю, музею нужно дальше развиваться в плане работы с посетителями для разных целевых аудиторий, как для детей, так и для взрослых, плюс для студентов, чтобы это было очень интересно. Ну, не только исторические выставки, но и, возможно, даже какие-то научно-образовательные. Сегодня у музея шукают новые формы работы с наведывальниками. Майстер-классы, гульнявые плясоки, ориентованы на разные взрослые категории науково-адукационной программы. Хоть и от традиционных экскурсий тут отмовляться не плануют. Тем более, что у музея постоянно появляются новые экспонаты. Мы от Эрмитажа сейчас вот подарили несколько копий нескольких экспонатов, которые у нас хранятся из фонда Паскевича. И я привез цифровые фотографии экспонатов, которые собирал Паскевич. Он собирал оружие и холодные огнестрельные. Вот эти фотографии я привез с описанием. Так что я думаю, что они займут достойное место в этом музее. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».